Бендерской крепости создадут информационный центр для туристов. Сегодня крепость и агентство по туризму подписали соглашение. Уже стало такой доброй традицией подписывать подобные соглашения о сотрудничестве именно в стенах Бендерской крепости. Место, где будет располагаться инфоцентр, определили – у самих Цареградских ворот. Цель – помочь туристам больше узнать о Приднестровье. Где остановиться, попробовать местную кухню и выбрать маршрут. Наша цель – развивать туризм не только одного дня или выходного дня, чтобы люди приехали в Бендерскую крепость, посмотрели и уехали. Мы бы хотели, чтобы они оставались в Приднестровье как минимум на 2-3 ночевки и путешествовали по всей республике. Агентство по туризму разрабатывает разные туры. Из новых – мозаичный. Маршрут по местам, где сохранились уникальные фрески советских времен. Оборудует помещение информационного центра следующей весной. Ну а заработает он, когда закончится пандемия и границы откроют.